не делай. Пришел член профсоюза, такой умный, что начинает еще только сел, уже все рассказал. Еще не сел, уже рассказал. Я хочу сказать тебе, что мы подходим, Светочка, к такому возрасту, что мы уже почти как мамонты. Как мам, почти. Мы уже почти их догнали. Осталось только теперь не вымереть, не как просклонять, не вымереть. Короче, ты понял. Ой, возвращаемся к асимметрии. Значит, что у нас? У нас высота по среднезрачковой здесь больше, здесь меньше. Правая часть фронталиса намного слабее правая, чем левая. Мы пытались выровнять, мы пытались эту бровь максимально поднять. Нифига у нас не получилось. Поэтому мы решили, что будем, если и будем раскалывать вот эту середину лба, будем раскалывать вообще вода. Мы будем ставить исключительно только верхние точки и поставим две точечки под бровку. Итак, эту мы не трогаем, сюда мы ставим поверхностно 0,5, 1, 1,5 или 2. Так? Дальше, своди брови. Ну, это моя обычная как бы схема, ничего такого. Да, я вижу, что ты умеешь сердиться. Обычно ты мне говоришь, где деньги, какие деньги. Угу. Помешку подхватим. Угу. Так, хорошо. Немножко здесь еще захватим. И обрисуем условно коррогатор. Теперь поднимай. Какие деньги? Какие деньги? Где деньги? Все, сиди. Да, у тебя, конечно. Так. А что? Да. Знаю. Мамонты зато замерзли и умерли в течение суток. У них даже трава не успела перевариться. Понимаешь? Если что-то случится, мы тоже умрем красивыми. Света. Так, поднимай брови. Но лучше не надо, лучше живем. Перевоплощаемся. Так. Давай так. Это мы практически не поднимаем. И здесь все будем раскалывать именно в мезоботоксе. Так. Это паттерны потом расколем. Здесь сейчас иду вообще вот туда. Вообще вот туда иду. И раскалываем здесь еще пару точек. Так как здесь, так вот так. Значит, так, у нас будет так, 0,5, 1, 2, 1, нам не надо здесь хвостовую часть поднимать. Здесь у нас будет идти 2, 2, 2, 2, или 1, 2, 2, и здесь будет 1, 1, и вот эта вся часть будет у нас даже не 1 к 3, а 1 к 5. Вот так. Вот все так. Пожелание. Понял. Так, что ямочку? Ну, котик, это я тебе буду колоть уже обычной техникой. Тоже на месте. Ну, хочешь, давай, делай. Здесь прям два тяжика параллельно идут. Да, вижу. Так. И тут двойной. Да. Давайте расслабим центральный, включится. Свет, ну блин, мы же не будем там пока трогать. Хорошо. Пусть вот это отпустит, потом эти, когда эти будут выражены, тогда мы уколем. Так, здесь понятно. Ага, подбородок, хорошо. Попка нормально, куриной нету. Есть. А, да. Ну да. Подожди, все спокойно. Придумают молодильную таблетку нам. Какой-то аппаратик. Зашел так, что, знаешь, как блин, зашел и вышел. И все. Можно не колоться. Да, знаешь, главное, что ты смотришь, падает именно вот вся частина.
Да. А, вот это. Да, вот это перекрывается, да. Так, хорошо, что ты мне напомнил, да, что именно это. Значит, колем простоточечно. Нет, одна единичка. Одна единичка, и тут поверхностно 0,5, 0,5, 0,5 и 0,5. Все, тогда по другой технике кулем ее. Просто перпендикулярно вот так. Все. Отсюда, может быть, выше, чтобы очень выше, груби, чтобы она... Ну, хорошо, давай тогда. Хлопнется вниз. Я между, ними тогда поставлю. И парус. Раз, два. Так, раз, два, и посмотрим, что у нас получится. Есть уже фото. Так, подожди, тихо, подожди, здесь все правильно у нас нарисовано. Так, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 2, перпендикулярно, 1, перпендикулярно, 2. Здесь можно, допустим, 2, 1,5 или 1, и здесь 0,5. Ну, короче, лучше потом доколем, правильно? Глаза делаем? Нет. Да, думаешь, хватит там? Не знаю. Значит, категорически другую схему применили. Нет, принципиально другую схему. Значит, так, здесь как бы у нас было две на выходе, одна по 0,5, 3-4 точки вокруг коррогатора. Здесь мы отступили от головки еще выше, поставили две точки, 0,5 и пару по 0,5 вот здесь. То есть мы не опускались близко к брови. Значит, всю средняя часть лба мы прокололи в разведении 1 к 5 поверхностно по средней линии лба. И эти точки мы поставили 0,5, там, допустим, 1,5, 1,5, 1,5. А это мы поставили 2, 2, 2. И здесь еще дополнительно было 0,5, 0,5. А вот эта вся часть 1 к 5 у нас разбавленным токсином. Под бровку здесь не ставили, там поставили... Три точки, 0,5, 1,5, 2. Глазки по обычной технике. Обычная техника. Я расколола платизм. Из того, что осталось, это можно не проговаривать, но и подбородок. Вот так погремасничай. Да, я сейчас вот тебе будет видно. Вот так вот. Вот.